Spike, Spike! Привет. Вам лучше уехать на какое-то время. За вами следят хозяин. Кто? Я не знаю, но я во всем разберусь. Принеси еще бутылку коньяка. Хорошо. Слушаю вас, господин Осаки. Вы знаете этого человека? Да, это господин Зорги. Часто он тут бывает. Раньше приходил постоянно, но в последнее время его не видно. С друзьями, с женщинами, иногда один, а случалось, что и с друзьями. Извините, господин Осаки, но мы в личную жизнь клиентов не лезем и слежку за ними не ведем. Желаете пообедать? Добро пожаловать. Господин желает заказать? Сейчас. Закажу. Может, мне подойти чуть позже? Нет. Я сейчас выберу. Мне, пожалуйста, это, колбасу. Это жареные колбаски с капустой. Это и пиво. У нас есть вайсы. Подойдет? Одну секундочку. Да. Нет, ничего, спасибо. Знаешь, подружка, ты мне приснилась этой ночью. У тебя в руках была большая красивая роза. Знаешь, о чем это говорит? Он сегодня обязательно придет. Я в сны не верю. Обслужи, пожалуйста, мой столик. Что случилось? Ничего. Пойду домой. Скажи хозяину, что я заболела. Хорошо. Прошу, ваш заказ. Принести счет.
А где девушка, что принимала заказ? Что-то не так? Я вас чем-то не устраиваю? Да нет, не в этом дело. Приятного аппетита. Господин Мияги, а не найдется ли у вас таких же прекрасных работ, только по более сходной цене? Разумеется, найдется. Я что-нибудь вам подберу. Ну, а если не выйдет, напишу ваш портрет. Всех моих заказчиков перебрасывают на позиции в район Мэнчжоуга. Генерал Уэда выбрал очень грамотное направление для удара. До ближайших полков Красной Армии 500 километров степей, а с японской стороны – железная дорога. Генштаб думает, что местные поднимут восстание против просоветского правительства. По сведениям Жигала, японцы произведут нападение на пограничные посты монгольской армии в районе Наманхан Дзинкена не позднее 15 мая. Джо полностью подтверждает сведения Жигала. Покажите на карте, где это? Вот, это здесь. Ну что, с точки зрения Генерального штаба Японии место выбрано идеально. Проходит железная дорога, можно подвозить войска, технику. А монгольским товарищам и нам пилить километров 500. Кто присвоил Рамзаю статус ненадежного? Хозяин. Продолжайте. Фекленко докладывает о том, что он послал к Халтынголу группу советских войск в составе трех мотострелковых рот, саперной роты и артиллерийской батареи. Одновременно туда был послан дивизион бронемашин Монгольской Народной Республики. Данных о потере с нашей стороны пока нет. Это плохо, товарищ Ворошилов. Вдвойне плохо, товарищи Ворошилов и Берия. Что ни контрразведка НКВД, ни разведуправление РККА до сих пор и не сказали точную дату и место провокации японских войск. Я требую, чтобы мне был предоставлен в кратчайшие сроки точный план действий Дальневосточного фронта. На этом все. Ну хорошо, рация, это потом. Цели и задачи мы все распределили. Но я очень хочу, чтобы ты понял, Хацуки. Мы не враги Японии. Но мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить войны Японии с Советским Союзом. Ты прав, Рихард.
У нас очень гуманная цель. На совещании генералы заявили, что такая политика приведет к столкновению с Советским Союзом и захвату территорий Сибири, Приморья и Забайкалья. Судя по бюджету, в следующем году половина расходов идет на военные нужды. Ты понимаешь, чем это грозит? Вы оба, надеюсь, понимаете. Пушки делаются для того, чтобы из них стреляли. У меня устойчивое ощущение, что мир сошел с ума. Все заявляют о мире. Заявляют. А за спиной толкают Германию и Японию к войне с Союзом. Гитлер хочет заключить военный договор с Японией. Мы должны как-то сорвать или, по крайней мере, оттянуть заключение этого союза. Пока нет согласия в этом вопросе. А в чем разногласие? У флота и армии нет запасов нефти. Вот это надо использовать, Хадзуми. Наше слабое место – это передатчик. Мы накопили достаточное количество информации, а переправляя курьерами через Шанхай и Гонконг, мы очень здорово рискуем. Но это я возьму на себя. Да, и что-то затевается на монгольской границе. Кому-то из нас троих надо быть там. Думаешь, надо ехать тебе, Бранко? Тебя же хорошо знают Квантовская армия. Хорошая идея. Сделаю. Ну да, отличная идея. В очередной раз бежать из дома. Ну что, надо расходиться. Иди первым, Хацуми. Добро пожаловать. Это вам. Спасибо. Вы закажете что-нибудь? Вам понравились цветы? Да, красивые. Принесите то же, что и в прошлый раз. Хорошо. Какие красивые цветы. Еще один поклонник. Веселишься, Тоши. Везет же тебя на хромых. Прекрати. Хасан теперь Халхин-гол. Как думаешь, что это провокация или война? Японское правительство просто пытается реабилитироваться за провал блицкрика в Китае. Да, все-таки я думаю, нападение на одной из целей — это была проверка боем данных, которым дал Лужков. Это безусловно. Но основная причина — политическая. Согласен. Слушай, Бранко, нам очень нужен фотоаппарат для Хацуми. Он получил доступ к важным документам. На последней встрече с принцем. Нам очень нужны эти документы. Хацуми Адзаки, журналист, убежденный марксист. Один из ближайших советников премьер-министра Японии, принца Фумимару Каноэ. Являлся поставщиком наиболее ценной информации для Зорге. Оперативный псевдоним «Инвест». С начала 1939 года японское правительство выдвигает новый лозунг. Расширение империи вплоть до Байкала. К концу июня разработан план новой пограничной операции. На этот раз Квантунская армия готовится направить удар на дружественную советом социалистическую Монголию. Там располагается советский военный контингент.
В чем дело? Господин инспектор не желает чаю? Благодарю вас. Но вы же знаете, мне нужно срочно изучить документы. Время ограничено. Извините. Готовится провокация. Ты был прав, Рихард. Я принес пленку. Будь осторожен. Ребят, у нас на руках очень важная информация. Она должна оказаться в Москве на этой неделе. Если она окажется там позже, это будет совершенно бессмысленно. Вот эти пленки надо передать нашим товарищам в Шанхай. А у нас проблема с курьером. Я не могу. У меня ребенок. Ты думал, что будет с ним, если меня арестуют? Послушай, это просто поездка в Шанхай. Это обычная работа. Тем более, что туда приедет твоя сестра. Мари? Угу. Почему я об этом ничего не знаю? А ты сегодня получишь телеграмму. Откуда ты знаешь? Ну, потому что это будет не твоя сестра, а наша сотрудница. Рихард, нет. Эдит, нам в Москве и так не очень доверяют. А если мы не доставим эту информацию вовремя, ты сама можешь представить, что может быть. У нас нет другого выхода. Спокойно, спокойно. Это телеграмма. Так нервничать, мы вызовем подозрение. Возьми себя в руки. Пошел к черту.
Иди. Иди, что с тобой? Бранко, дружище, я тебе сколько раз говорил, не надо отправлять беременную жену в такое путешествие. Вы нас извините, она беременна, мы сейчас с другом отвезем ее в больницу. Извините за беспокойство. Пойдем. Возьми, возьми. Возьми меня под руку. Значит, старый посол уехал со своим личным депкурьером. Почему я об этом узнаю только сейчас? Новый должен был приехать еще неделю назад. В Берлине что-то не успели проверить или согласовать, но вы же знаете нашу бюрократию. И что мне теперь делать? Мне сегодня нужно в Шанхай отправить депошу. Сегодня же! Патриция, придумайте что-нибудь. Это чрезвычайно важно. Ну, единственное, что я могу придумать, господин посол, это отправиться в Шанхай самой. Дипломатический паспорт у меня есть. Пать! Такая красивая женщина, как вы, не должна выполнять подобное поручение. Поверьте, я знаю господина посла, он же забьет своими отчетами вам полный чемодан. Ну, больше. Что больше? Разве у вас в посольстве нет друзей, которые ради вас готовы на все? Уж не на себя ли ты намекаешь? А почему бы нет? С удовольствием просвернулся бы в Шанхай. Тем более, что дипломатический паспорт я уже получил. Шульц. Не служба, а в дружбу. Опечатайте, пожалуйста, имя. Японцы такие дотошные, всюду свой нос суют. Господину пресс-атташе, и что скрывать от японской полиции? Нет, просто не люблю, когда мое нижнее белье трогают чужими руками. Ну да. Пусть уж лучше ваша очаровательная японка его трогает. Облетела мир. Японцы внезапно напали на Монгольскую республику в районе реки Халхин-Гол. Советское правительство, верное договору, оказало всестороннюю помощь монгольскому народу. Советский Союз всегда стоял за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей страны. И снова агрессор получил достойный отпор. Враг рассчитывал на легкую победу, а встретил мощный отпор Красной Армии. Советско-монгольские войска разгромили захватчиков. Агрессивные планы японских милитаристов были сорваны. Тоже мне арийцы Азии. Лакированные обезьяны они. Что ты так кипятишься? Чего я кипячусь? На них работает наша промышленность. Мы посылаем им оружие, самолеты, специалистов. Кто мог предвидеть такой крах на Халхин-Голе? Я тебя предупреждал. Япония не готова к большой войне. Даже с нашей поддержкой. Предупреждал или нет? Вот сводка. Послушай. 31 августа японские войска оказались вынуждены полностью очистить территорию Монгольской Народной Республики. Потери убитыми 25 тысяч человек. Захвачено 175 орудий, потеряно 200 самолетов. Ну и так далее. Как тебе? Министерство иностранных дел Германии, Японии просят Германию посодействовать в урегулировании конфликта. Как русским удалось одурачить нас всех? Скажи мне, как?
Каким образом за такой короткий срок они собрали на Халхин-Голе такое количество войск? Скажи мне. Что ты переживаешь за этим, самурай, Фрейд? Что я переживаю? Тоже мне специалист по Японии. Да мне плевать. И на самураев, и даже на наши сбитые самолеты меня беспокоит больше то, что они могут отказаться от будущей войны с Россией. В Берлине творится что-то непонятное. Этот пакт. Ничего не понимаю. Ты действительно полагаешь, что фюрер может восстановить этот клочок бумажки, который он подписал в Москве? Идиоты. Японцы, ведь у них было все, вся информация. Помнишь того перебежчика? Он многое им рассказал. А теперь скажите, товарищи, что вам известно о предателе Родины Люшкове? Этот подлец сдал все наши коды на Дальнем Востоке. Численность войск, вооружение, все, что знал, очернил всю нашу социалистическую Родину. Почему он до сих пор жив? Товарищ Сталин, его охраняют как самого ценного агента. Мы даже не знаем, где они его держат. Ну так узнайте. Ну что, расшифровал? Да. Что-то интересно? Да. Нам приказано уничтожить Люшкова. Что? Они что, все с ума посходили? Я профессиональный разведчик, а не наемный убийца. Вера, ты давно не был в Москве. Это приказ хозяина. Во времена Берзина таких приказов не могло быть. Что ты молчишь, Макс? Ты знаешь, ты очень изменился. Я это вижу. Рихард, я прежний. Просто время сейчас стало сложное. Время такое... Идет все к войне, большой войне. Поэтому центр вынужден принимать такие решения. Такие решения могут привести к гибели всей группы. Мы военная разведка, мы элита. Я отказываюсь выполнять этот приказ. Ну, значит, его выполнит кто-то другой. А нас ликвидируют. Как врагов народа, как предателей. Плевать. Пиши. Считаю, что выполнение этого задания силами моей группы невозможно, ибо ставит под удар ход всей операции. Сейчас, минуточку. Группа может дать полную информацию по Люшкову, но участвовать в ликвидации она не будет. Рамзай. Свободен. Дернов. Он исчез.
Тот, кто за ним следил, тоже. Этот гад с нашими деньгами удрал. Я никогда ему не доверял, господин Шлейзенгер. Да, не надо было все деньги ему отдавать. Он взял машину в прокат и сбежал. Он не покупал ее. Где он живет? Мы не знаем. Только район приблизительно. Что значит не будет? Что он себе возомнил? Почему до сих пор не решен вопрос с Зорге? Товарищ нарком, там не так все просто. Группа законспирирована. Для того, чтобы выйти на всех фигурантов дела, нужно время. Наш человек работает. Что значит работает? Этот человек должен работать на меня. Я должен иметь своего резидента в Японии, чтобы первым хозяину докладывать о текущем положении дел. Так точно. Слушаюсь. Разрешите исполнять. Исполняй. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу ли я сделать у вас копию рисунка? Да, конечно. Только если он цветной, копия будет черно-белая. Это не важно. Пожалуйста. Красиво? Красиво. Это остров Ява. Вам привет от Анны. На острове Ява. Отличный табак. Кварталом ниже, за перекрестком, есть небольшой японский ресторанчик. Я буду ждать вас там. Ну, что вы молчите? Да-да, хорошо, конечно. И отдайте рисунок в работу. Он мне очень нравится. Хорошо, господин Клаузен. Нашли деньги. Скорее всего, его убили. Напишешь заявление в полицию о пропаже друга. Пусть ищут. Слежку продолжаем. Встречаемся в то же время, в том же месте. Слушаюсь. Все понял? Ладно, пошли. Вы кто? Здравствуйте. Что вам нужно? Пришел заявить о пропаже человека. Все полицейские заняты, велели ждать вас. Он ваш родственник? Нет, просто друг. Пойдемте. Хорошо, спасибо. Мастерскую. Нас могут раскрыть. Это место встречи членов группы. Тем более, там постоянно ожелачивается телохранитель Зорги. Меня провалите. Ты, похоже, не понимаешь. Я могу тебя провалить. Я могу тебя просто убрать.
Я могу сделать с тобой все, что я захочу. Ты живой еще лишь потому, что мы считаем, что ты нам нужен. Как только мы поймем обратное, ты прекратишь свое существование. Что вы хотите? Я хочу, чтобы ты объяснил, почему время идет, а ничего не происходит. А я уже говорил, что группа большая. Группа большая, не все не так просто. Прекратите, надоело. Вы же хотите, чтобы ваша жена поскорее присоединилась к вам. Тогда поторопитесь. Зорги должен умереть, а вы должны встать во главе группы. Все, хватит. Можно я отвечу? Таких указаний не поступало. Поймите, меня торопят из Москвы. Вы уже знакомы со всеми ключевыми фигурами. Нужно назначить дату операции. Я должен назвать дату. Привет, Юрген. Здравствуйте, Тургесан. Как обычно? Как всегда. Хорошо. Где Макс? Сегодня я его не видел. Его надо проверить. Макса Клаузена? Угу. Будь осторожен, пожалуйста. Господин майор, вот, посмотрите. Прошу. Что там у тебя? Вот, имя пропавшего, его место жительства и дата его исчезновения. Единственное, что удалось разузнать, это то, что незадолго до пропажи его машину задел рикша. Если машину не найдем, человека тоже не найдем. Я где-то уже видел этот адрес. Или слышал. Эй, повтори еще раз тот адрес. Нагасаки Т-30. Зорги. Это его адрес. Не удивлюсь, если этого индуса убил тот самый ниндзя.
Это яд. Если его подмешать в напиток, то примерно через 30 минут случится сердечный приступ. Поэтому хорошо было бы, чтобы он погиб за рулем мотоцикла. Никаких следов в организме яд не оставляет. Хорошо тут. Вкусно. Будешь? Нет. Заплати. Таким образом, господин полковник, нет никаких сомнений в том, что господин Зорги входит в организацию, работающую против Японии. Осаки. Послушайте, Осаки, у вас своих дел по горло. Проституция, бандитизм, грабежи. А вы все время гоняетесь за какими-то шпионами. Это не ваша ответственность. Но, господин полковник, время сейчас такое. Страна нуждается в защите. Ты докладывал Каваи? Так точно. Однако, вот пускай он этим и занимается. Вам ясно? Я узнал, что он все время с тем человеком встречается. Я потихоньку обыскал его комнату. И точно уверен, он хочет отравить вас. Скажи, у тебя есть друзья? Только вы. Один. Ты прав. В наше время иметь друзей – непозволительная роскошь. Нужно убрать Макса. Нет, я хочу посмотреть ему в глаза и задать пару вопросов. День еще не закончился, Рихард. Могут быть заказчики. Отпусти работников домой и закрывай контору. Ори! Сядь. Угу. Может, выпьем?
Как ты, Макс? Ничего сказать мне не хочешь? Нет. Должен был убить тебя. Не знаю, что делать. У них моя Анна. Ты знаешь, Макс, я думал, как бы я поступил на твоем месте. Спасти любимого человека или стать предателем? Отпустит. Рихард, я чуть не убил тебя. Знаешь, дело в том, Макс, что мне просто некого спасать. У меня нет такой женщины, как твоя Анна. Я всех теряю. Я совершенно один. Ты счастливый человек, Макс. У тебя есть человек, ради которого ты готов на все. Даже убить друга. Так и надо. Так и надо. А ну мы вернем. Ты знаешь, я рад, что в тебе не ошибся. Август 39-го. Мир горячо обсуждает последнюю новость. Министр иностранных дел Германии Риббентроп прилетел в Москву. Два непримиримых противника, Германия и Советский Союз, подписали договор о ненападении. Западные державы напуганы сближением двух гигантов. СССР исключает из Лиги наций, США вводит против Советов торговые санкции, а японское правительство обвиняет Гитлера в предательстве общих интересов. Между союзниками растет скрытое напряжение. Тем временем в частной беседе Гитлер откровенничает. Все, что я делаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими разбить Запад. И затем, после его разгрома, концентрированными силами обратиться против Советского Союза. Сталин, подписав пакт о ненападении, оттянул начало войны с Германией. Но пока еще никто не знает, надолго ли. Thank you.
За мной, кажется, опять следят. Это Шлезингер. И те же люди. Думаю, нужно их убрать. Сначала немцы. Нельзя. Только усугубит положение. Хорошо, попробуй сам решить. Вот еще, товарищ Сталин, от Рамзая сообщение. Они готовы выполнить задание по устранению Люшкова, но при одном условии. Каком? Он требует выслать к ним из Советского Союза связную Анну Клаузен, которая является женой радиста группы. В противном случае он отказывается выполнять задание и может распустить всю группу. От кого требует? От товарища Сталина требует? Тут не написано. Пусть мне позвонит Берия. Я думаю, что просьбу Рамзая мы сможем выполнить. Есть. Разрешите идти? Идите. Это ее почерк. Когда она приедет? Скоро. И что же мы будем делать? Выполнять задание. Хотя бы ради Ани. Москва поручает нам убрать Люшкова. Надо найти людей, которые не связаны с группой. Без проблем. Тамара. И еще Москва хочет, чтобы эта новость появилась в газетах. Это тоже можно устроить. Самое главное, узнать, где он находится. Я узнаю.
お待ちしておりました。どうぞ。こんにちは。あ、どこ。あの、стой。ты это куда? Тот человек только что забыл вот это, я хочу вернуть. Давай мне, я ему передам. Нет, нет, тогда я останусь без денег. А, так вот ты о чем. Пойдем сюда. А ты сколько заработаешь? Иди уже отсюда. Спасибо. Господин майор, у меня на столе оказалась ваша старая папка. Материалы по делу русских радистов и немца Зорге. Нам даже досье на этого немца не дали. Хватит с нас. Если это никому не нужно, то и нам все равно. Уйду сегодня раньше. Правильно. Надо немного отвлечься. Вы работаете и днем, и ночью. Я знаю, где зимой можно купить дешевые цветы. Несуйся куда не следует. Ясно. Стой. Так что там, где их продают? В магазине Сугавара. Я тебе говорил, что наши претензии к Польше Данцингам не ограничатся. Угу. На, почитай телеграмму. В ночь на 31 августа группа солдат польской армии совершила нападение на... Ночь на 31 августа группа солдат польской армии совершила нападение на радиостанцию в городе Гревице, расположенную на самой границе с Польшей. Фюрер не стерпел такого оскорбления. Германия вынуждена объявить Польше войну. 1 сентября в 4 часа 45 минут вооруженные силы Рейха перешли польскую границу. Который час? Что за шутки, Игорь? 23 часа 17 минут. Значит, там полдень уже. 7 часов 32 минуты, как началась большая война. Выпьем. Выпьем за Германию. Я люблю Германию. Наконец-то вся эта меркантильная сволочь. Французы, англичане, их халуи, поляки, у которых кроме их спеси нет ничего за душой, получат свое. Все ответят за то оскорбление, которому они подвергли Германию в Версале. Я тоже люблю Германию, Эген. Но война для Германии губительная, Эген. Ты сам воевал и прекрасно знаешь. Теперь все будет по-другому. Знаешь, во время правления Сигуната на острове Носима, не выдержав осады врагов, все жители покончили жизнь самоубийством. Все. И солдаты, и женщины. Если, как ты говоришь, 7 часов назад началась большая война, то мир превратится в точно такой же остров. Это самоубийство, Эйген. Давай не будем мучить фюрера. Dem zurückweichenden Feind wird keine Ruhe gegeben. Dicht auf den Fersen folgen ihm unsere Truppen in zügigem Vormarsch. Первого сентября 1939 года в 4:45 утра немецкие войска вторглись на территорию Польской Республики. 3 сентября войну Германии объявили Франция и Великобритания.
Этой войны ждали, ее готовили и до последнего отказывались верить в то, что она станет реальностью. Теперь колесо смерти закрутилось на полную мощность. Его уже невозможно остановить. Опять пришел. По твоему ухажеру можно часы и дни недели проверять. Каждый вторник и пятницу, ровно в 8 часов. Как его зовут? Не знаю. Что? Он таскается уже несколько месяцев, а ты о нем ничего не знаешь? Ничего. А как узнаешь? Он молчит все время. Ничего не говорит? Здравствуйте. Спасибо. Немногословен. Вот именно. Здравствуйте, господин. Желаете сделать заказ? Здравствуйте, Ханако. Мне как всегда. Вот это вам. Спасибо. Красивые цветы. Здравствуй, сестра. Я получил твое письмо. Прошло столько лет, но меня до сих пор не покидает чувство вины. Я был молод, и казалось, что мы с отцом поступаем правильно. Когда пришло осознание всей подлости нашего поступка, мне не хватило смелости поговорить с тобой об этом. Зорге ни в чем не виноват. Я люблю тебя, сестренка. Я вас тоже. Только не вздумай плакать. Рад был отец. Все они подлецы. Трогай. Thank you.
Господи, Эгин, ты что, ты пьян? Ничего подобного. Но, между прочим, с Рихардом решаем государственные вопросы. Это от кого? От брата передает тебе привет. Ты плакал? Нет. Не надо плакать. Гельма. Пойдем, дорогой, тебе нужно лечь. Может быть, кофе, господин Зорге? Нет, спасибо. Как он? Спит. Мне пора. Я вас провожу. Вы даже не дали мне шанс оправдаться. Мне кажется, это несправедливо. Даже приговоренному к смерти дают последнее слово. А я ни в чем не виноват, Гельма. Рихард. Я знаю, Рихард. Брат написал мне письмо, прости. Столько времени прошло, и ничего нельзя вернуть. Я замужем, у меня двое детей. Я прошу тебя, не разрушай мою жизнь. Гельма. Иди, Рихард. Иди. Прощай. Господин, прикурить не найдется. Отвали. Чудный букетик. Забирай. Ты что? Это же твои. Брать чужие цветы – плохая примета. Держи. Скажи честно, он еще к тебе приходил? Приходил, но я ему не открыла. Почему? Не могу его простить. Ты что? В своем уме? Сколько он к тебе уже приходил? И сюда, и домой? Что он еще должен сделать? На колени перед тобой встать? Почему на колени? Я этого не говорила. А как он может с тобой объясниться, если ты от него спряталась? Оставь свою гордость. Не будь дурой. Езжай к нему. Учти, такие парни на дороге не валяются. Да хватит уже. Ну, как знаешь.
Проходи. Но не здесь же нам с тобой стоять. Совершенно незнакомый тебе человек. Я его просто так ни с того ни с сего избил тебя. Три пива. Может, что-то его взбесило? Что? Я не знаю. Да, сомневаюсь я, что это был просто незнакомец. С Арнавом что? Полиция все проверила. Нет ни машины, ни Арнава. Не нравится мне все это. Этот Зорге, у него роман с женой немецкого посла. Тайный. У них любовь. С кем ты сказал? С женой германского посла. Ты сфотографировал это? Он целовал ее. Я видел это собственными глазами. Кто же вы такой, доктор Зорге? Чем могу помочь? Мы бронировали номер на имя Нисимура. Одну минуту. Совершенно верно. Вы заказывали номер люкс, 5-й этаж. Спасибо. Прошу вас, господин Нисимура. Зачем вам оружие? Думаю, оно не понадобится, но на всякий случай. А вам надо спуститься вниз и сделать так, чтобы портье запомнил, что вы ушли. А ты? А я? На слуг и носильщиков никто внимания не обращает. Ушел, пробежал, не заметили. А у вас будет алиби. Здравствуйте. Слушаю вас. Скажите, где тут ближайшая аптека? Здесь за углом. Но вам незачем ходить самим. Скажите, какое вам нужно лекарство, и я пошлю коридорного. Не стоит, мы хотим пройтись. Хорошо. Приятной прогулки.
Добрый день. Гостиница с собой. Пальчик, чем могу помочь? Хорошо, подождите минуточку. Поднимись наверх и позови к телефону охранника. Эй, отнеси эти чемоданы в 106 номер. Господин, вас просят подойти к телефону. К какому телефону? Что ты болтаешь? Меня послал портье, он сказал, что это срочно. Простите, вы кто такой? Что вы тут делаете? Что вам надо? Они пишут, что Люшков покончил с собой, выпрыгнув с последнего этажа отеля. Собаки, собачья смерть. Коба, группа Рамзая снова подтверждает свою преданность. Но они находятся под грифом «ненадежный источник». Может, снимем этот гриф? Вы свободны, товарищ Ворошилов. Товарищ Сталин тебя простил. Думал, что все. Передай мужу, если что, мы и там вас достанем. На! Здесь деньги и документы. А ты деньги получишь, когда доставишь. Хорошо, я знаю. Поехали!
Дружище, у нас сегодня очень много дел. Ангелина сказала, что у вас сегодня прием. Я вроде как приглашен. Это и есть дело. Хефлер прилетел. Жаждет с тобой познакомиться. Без твоих знаний даже старый волк ничего не может сделать. Ну, куда уж мне до него-то? Не скромничай. Хефлер ни черта не понимает в Японии, зато очень хорошо знает, чего хотят на Вильгельмштрассе и, главное, с каких позиций нужно разговаривать с японцами. Интересно. С каких же позиций? Фюрер считает, что все старые дипломатические штучки нужно выбросить на помойку. Великая Германия должна разговаривать с миром по-новому. Ну и все-таки как же? Брать за горло каждого, с кем хочешь завязать дружеские отношения. Вот Хефлер этим и займется, а мы ему расскажем, как это лучше сделать. Долой церемонию. Дипломат фюрера должен уметь запугивать. Ты страшный человек, господин посол. Какая погода в Москве? Я не была в Москве. Меня держали в лагере, а потом сразу отправили в Хабаровск. Хочешь вина? Полусладко, как ты любишь. Как ты его убил? Кого? Рихарда. Ты его не убивал? Он жив? Я ему все рассказал. Это он тебя вытащил. Познакомить спецпосланник министра господин Херфер, доктор Зорги. Наслышан, наслышан. Золотой перо Рейха. Благодарю вас, я польщен. Вас тут неплохо, господин Зорги. В Европе война, а тут мирно сияет солнце, пляжи переполнены, фотосдочи занимаются коммерцией, рестораны, мастерские, даже бои в Китае закончились. Японцы вообще философски относятся к жизни. Да ничего. Мы быстренько разрушим эту эфедерию. А вон начинаются дела. Но, к сожалению, до встречи с представителями японского МИДа не могу разглашать. Все потом, потом. Хотел бы вас познакомить с помощником военного министра. Подождите немного. Твоего сегодня нет. Удивительно. Впервые за несколько месяцев. Ну и что?
Да ничего, просто скучно и обидно. Мне все равно. А твоего сегодня нет, что ли? Он вовсе не мой. И какое вам до этого дело? Мы обязаны этим заняться. Обсуждается государственная тайна. Ну что вы, Рихард, просто не все еще до конца понятно. В нашем небольшом коллективе все только что и говорят о вашем приезде. Судя по тому, что вы здесь, смею предположить, что продолжатся переговоры о заключении военного пакта между Германией и Японией. Хотя, скажу вам честно, что Япония сама стремится на союз с Германией, так как готовящаяся экспансия на юг непременно столкнет военные интересы Японии с военными интересами Англии и Америки. Действительно, от вас ничего невозможно утаить. Ну что ж, в таком случае задача намного облегчается. И вы можете подсказать, как быстрее уломать каноэ? Все, чем смогу. Фюрер не оставляет надежды повернуть Японию с юга на север против Советской России. Ну а как же пакт о ненападении со Сталиным? Фикция. На Европе Гитлер лишь отточивает зубы, а главное — сокрушить Советы. Нам необходим союз с Японией. Будем держать ее в руках. До завтра. Хорошего вечера. И тебе. Как вы меня напугали. Я сегодня не успел к ужину, а букет купил заранее. Было бы несправедливо, если бы ваши цветы завяли. Вы ненормальный. Что вы себе позволяете? Вы хотя бы понимаете, насколько глупо все это выглядит? Не ходите больше ко мне. И цветы не носите. Точно известно, что Каноэ дал указание Мацуоке, чтобы тот выяснил через советское посольство, как в Москве могут воспринять перспективы заключения пакта между Японией и Советским Союзом. Ответ пришел положительный. В Москве известно желание Германии подписать пакт с Японией. Также и о разногласиях тоже известно. Хотя договор между Японией и Советским Союзом был бы хороший пощечиной Гитлеру. Да. Ты просил книгу Танаки, вот она. Все в тыльной стороне обложки. Спасибо. Очень кстати. Чертов упрямец этот ваш принц. Уперся по поводу вот этих пунктов. И наш пакт с Советами просто кость в горле. Они никогда не просят русским ни Хасан, ни Халкингол. Рихард, прочти. Надо как-то так написать все.
Да, как-то несколько расплывчато. Получается, что Япония должна признать руководство Германии и Италии, но при этом отношения с Советами в договоре затрагиваться не должны. Интересно. Господин посол, все готово. Господа, пойдемте обедать. Да, вы идите, а я здесь посижу, подумаю. Ладно, как знаешь. Осенью 40-го года проект гитлеровской коалиции окончательно закреплен в тексте Берлинского пакта. Германии и Италии достается главенствующая роль в Европе, Японии – господство над Азией. Однако японцы не собираются связывать себя с Гитлером слишком жесткими обязательствами. Они ведут собственную игру. Независимо от того, вступит ли Германия в войну с Советами, от того, когда это случится, Токио оговаривает для себя полную свободу действий. Гитлер обижен, но вида не подает. Сообщает, что военный договор между Японией и Германией будет подписан очень скоро. Также резидент это подтверждает из Берлина, что там ждут министра иностранных дел Японии Мацуоку. Клим, а что, если на обратном пути этот Мацуоку заедет к нам в Москву? Надо поставить задачу перед Молотовым. Представляешь лицо Гитлера, когда он об этом узнает? А? Кобе, а как ты думаешь, Германия нападет на нас? Я думаю, это полная ерунда. Гитлер блефует. Он не станет воевать на два фронта. Да, заставили мы вертеться этим пактом всех. А как ты думаешь, Клим, кто кого обманет? Мы Гитлера или Гитлер нас? Правильно. Мы его обманем. Японцы просят ускорить подписание нового пакта между державами Оси, но фюрер тянет. Почему? У нас со Сталиным пакт, а не нападение. А премьер-министр Юнай торопит. Видимо, придется ненадолго съездить в Германию к Риббентропу. Рихард, я тебя очень прошу, пожалуйста, мне нужен такой текст договора, в котором нет ни единой строчки, направленной против СССР. Чтобы устраивал и Японию, и Италию. Можете на меня положиться. Документы возьмешь у Патриции. Слушаюсь, мой генерал. Thank you.
Я так соскучился. Да подожди. Мы не виделись всего неделю. Для меня это была целая вечность. А почему ты так и не женился? Боюсь, что я не создан для семейной жизни. Ну да, ну да. Зачем заходить в воду целиком, если хочется просто напиться? Я не сторонник такой философии. Просто думаю, что жены таких бродяг, как я, не бывают счастливы. А сами бродяги, когда они бывают счастливы? Не знаю. Ну, наверное, когда рядом с ними кто-то из той далекой прошлой жизни, с которым можно просто поболтать, прижаться душой, забыть об одиночестве. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне надо сделать копии всех страниц. Угу. Только не потеряйте, это очень ценная книга, научная работа. Не волнуйтесь. Приходите через неделю. Спасибо. Здравствуйте. Вот.
Последняя партия радиодеталей из вашего списка. Вот ваш заказ, господин Инур. Спасибо. Хорошо, господин Клаузен. Эта радиостанция проста и стандартна. Рихард. А это моя гордость. Ну, это я знаю. Анна. Оп! Ого. Простая разделочная доска. Так, ну что же, устанавливаем на нее лампы. Так. И при необходимости так же легко снимаем. Рихард, это приемник. Я поколдовал с ним, усилил сигнал. Это передатчик, это приемник. Все работает идеально. Рихард, что это? Макс, я даже боюсь предположить. Ну, хорошо, это ложка. Нет. Это ключ. Ну, Макс. Да, Нют, я всегда знал, что на тебя можно положиться. Еще. Это лампы. Мне передал их Имура. Посмотри внимательно на маркировку. На гонконговских две точки. На американских лицензионных черта. Он не мог их достать в Китае. Ты уверен? Да. 3 года мы с тобой прожили в Шанхае. Тут что-то нечисто. Бери подальше. Займись рыбаком. Не правда ли, сегодня прекрасная погода? Да, чудесный день. Thank you.
было ничего. Здравствуйте. Ваш столик готов. Не надо. Я сяду за другой. Ханако, он сел за мой столик. Посмотри. Вон. Тоши. Разреши, я его обслужу. Он же тебе не нравится. Можно или нет? Да, пожалуйста. Здравствуйте, господин. Добро пожаловать. Здравствуйте. Простите меня за тот вечер. Я была груба с вами. Вы не заслужили такого обращения. Вы готовы сделать заказ? Я хочу попросить, чтобы вы сделали заказ вместо меня. Принесите самое вкусное, что есть в этом ресторане. Скажу по секрету, хозяин заставляет нас предлагать посетителям самые дорогие блюда. Что? Они самые вкусные? Если честно, не всегда. Но сегодня я его ослушаюсь. Рассчитывают. Будьте осторожнее. Один военный мне сказал, что в связи с началом операции на особом внимании будут радиоперехваты. Не только в районе военных действий, но еще и в Токио. Работает на американцев. Убрать его? Не торопись. Можем использовать это в своих целях. Его надо сюда привезти. Для этого нужен повод, чтобы не вызвать у него подозрения. Повод будет. А японцы своими древними пеленгаторами нам в этом очень помогли. Без тебя нам никак не справиться, Имура. В Токио сейчас очень напряженная обстановка. Выходить на связь стало опасно. Постоянно приходится менять точки. Может быть, вначале место найдем? Я знаю одно неплохое в лесу. Да нет, мы с товарищем уже подобрали несколько вариантов. Попозже согласуем их обязательно с тобой. Какое-то время нам придется выходить на связь вне города. Да, это хорошая идея. Надо сбить с толку контрразведку. Мы привезем тебе рацию. Ты ее должен надежно спрятать. Потом мы выберем место недалеко от
схрона. Мы будем привозить тебе два раза в неделю шифровки, чтобы ты выходил на связь. Имура, ну первое время мы, конечно, тебе будем помогать. Я готов. Так, давай попробуем. Надевай наушники, включай рацию. Надевай. Так, начнем с этого. Все, Макс, я пошел. Угу. Так, через минуту начинаем. В прошлый раз работал я, теперь давай ты. Готов? Я справлюсь. Все готово. Японцы подумают, что там американцы поработали. Очень вкусно. Спасибо. Мне кажется, ему противно. Он таскается сюда и ест немецкую еду только ради тебя. Он никогда ничего не оставляет. Каков он в постели? У вас ничего не было? Стала бы я этим заниматься. Да ты что? Я бы давно занялась. И как он себя ведет, когда ты ему отказываешь? Мне и не приходится. Он даже не пытается. Какой застенчивый. Но так бывает, что смелый мужчина перед девушкой робеет. Тогда тебе нужно брать инициативу в свои руки. Никогда этого не умела. А я тебя научу. Значит так, ты приглашаешь его домой, надеваешь самый соблазнительный наряд. Хватит, у меня не получится. Еще как получится, я тебе сейчас расскажу. Ни за что, прекрати. В глубине, в горах, топчет красный кленый лист, стонущий олень. Слышу его плач, во мне вся осенняя печаль. Спокойной ночи. Нагито. Хотите чаю? Thank you.
Вы прекрасны. Вам лучше уйти. Вы прекрасны. Уходите. Прошу вас. Господин майор, почему мы раньше в городе работали, а теперь нас отправили в такую даль? Позавчера тут засекли сигнал нового передатчика. А толку что? Гоняемся за ним, гоняемся. Еще ни одного радиста не поймали. Не твое дело обсуждать приказы начальства. Заткнись. Господин майор, есть сигнал. Отлично, по машинам. Слушаюсь. Успели засечь. Не волнуйся, так Агина сохраняет. Работаем. Внимание! Выстроиться цепью вдоль леса. Занять позиции. Бегом! Полиция! Собирай! Уходим! Спокойно, спокойно, спокойно! Вперед! Бежим! Расходимся! Не отставать. Бегом. А ведь сигнал шел отсюда.
Тут не пройти. Зря ты связался с американцами. Он здесь. Быстро, бегом. Быстрее, быстрее. Эй, сын самурая. Посмотри-ка сюда. Что ты на это ответишь? Я же говорил, что радист американец. Не пора ли делать харакири, сын самурая? Нас просто вводят в заблуждение. Передачу специально вели долго, чтобы мы их засекли. Этого Имура столкнули со скалы, потому что хотели, чтобы мы его нашли и обнаружили эти документы. Не удивлюсь, если мы найдем и письма. Никогда не видел более трусливого и упрямого человека, чем ты. Может, у тебя есть объяснение, зачем и кому это было нужно? Это же очевидно. Во-первых, отвести подозрения от себя. Во-вторых, провалить резидентуру американцев и устроить шумиху в прессе. Сейчас наше правительство стоит перед выбором, против кого направить свое оружие, против Советов или против Америки. Шпионский скандал – это лишний аргумент. Умного из себя строишь. Озаки! Ты куда это? Я оставил за себя лейтенанта. А мне необходимо расследовать дело об ограблении ювелирной мастерской. Правда, что нашли шпиона? На какую страну он работал? Я не занимаюсь этим делом и не могу отвечать на ваши вопросы. Ямато, найди ту папку с делом русского радиста.
Проверь, откуда с уловом возвращался этот немец Зорге, когда его задержали в оцеплении? Не с того ли побережья, где находится дом Имуро? Там, точно. Почему-то я не сомневался. Этот Зорге слишком часто мелькает в наших отчетах. Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя. После ресторана. Хорошо. Мест нет. У меня есть деньги. Я же сказал, мест нет. Рихард, пойдем. Постой. Послушайте, у вас полно свободных мест. Все заказано. Рихард, пошли в другое место. Он не имеет права. Позовите управляющего. Я сейчас позову полицейского. Слушай, зовите. Пойдем в другое место. Зовите. Пожалуйста, Рихард, пойдем. Ему моя одежда не нравится. Слушай, я не хочу в ресторан. Страна катится в бездну, они сидят, веселятся. Ресторан. Буржуи. Мне этот ресторан не нужен. Знаешь, мне этот ресторан тоже не нужен. Если что банальней смерти на войне и сентиментальней встречи при луне, если что круглей твоих колен, колен твоих их лебедих, моя Лили Марлен. Моя Лили Марлен. Ну зачем ты сделала это, Ика? Я что, не могу войти в ресторан только потому, что я бедный одет? Это несправедливо, Гельма. Разделение людей на бедных и богатых – это просто отвратительно. Слушай, ну мир таков. Что с этим поделать? С этим надо бороться. Жестко и беспощадно. Витрину бить? Да, и это тоже. Ты пойми, что богатые никогда не отдадут свое богатство бедным. Между прочим, вот этими бедняками и заработанное. А наша задача забрать у этих буржуев все награбленное и разделить между всеми трудящимися. Тогда мир станет прекрасным, и все будут счастливы. Знаешь что, Ик? Если за бедных заступается такой прекрасный человек, как ты, я за них не переживаю. Ну и где твои коммунистические идеалы? Куда они подевались? Ты выглядишь как настоящий респектабельный буржуа. Ну, если мне нравится носить красивую одежду, это еще не значит, что я не борюсь за справедливый мир. А ты борешься, да? Борюсь. 20 лет. 20 лет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю этого мира. И я боюсь его. Когда Эйген стал выкрикивать «Хай!» или поднимать руку, в его глазах что-то такое дикое появилось. Это страшно. Может быть, я плохая патриотка,
Но я не понимаю, почему Гитлер хочет уничтожить целые народы, чтобы немцы были счастливы. Разве это справедливо? Германия — это не Гитлер. Германия — это Шиллер, Гёте, Бах. Германию, которую ты любишь, которую я люблю. Я не хочу, чтобы она опять воевала со всем миром. Но ты, Ика, ты служишь этой Германии. Ты служишь Гитлеру. Давай убежим. Куда? Куда хочешь. Южную Америку. Австралию. Туда, где можно пережить все это европейское безумие. Это безумие никогда не кончится. И ты знаешь, что это невозможно. У меня же дети. Тебе нужно будет выбирать. Тебе придется выбирать. Парикмахерские магазины, где ты бываешь. Я даже Винтера послал, чтобы тебя найти. Я тебе привез подарки, и я думал с тобой пообедать. Да. Рихард пригласил меня на обед. Мы были в Акуре. Пройдоха опередил меня. Мы с ним бдительно. Некоторые фрау говорят, у него глубокий пронзительный взгляд, от которого невозможно оторваться. Если женщина попадает в его поле зрения, то она уже у него в плену. Я стойкий солдат. А с тобой я с удовольствием поужинаю. Я уже должен ехать в посольство. Прости, милая. До вечера. Ты уже вернулся. Привет, привет, дружище. Рад. Очень рад. Есть новости. Интересно. Кстати, я тебе благодарен за Гельму. За Гельму? А что это за место? Акура. Акура. Телефон сегодня просто не умолкает. Да, слушаю, Жорге. Рихард. Эгин застал меня врасплох. Пришлось сказать, что ты повез меня обедать в Акуру. Да, Эмма Морсон.
Ну, конечно. Конечно, приеду. Аллигата газонста. Что ты там говорил-то? Прости. Гильма, говорил, вы были в каком-то ресторане? О, прекрасное местечко. Да? Фюрер приготовил нам большой сюрприз. Грядут великие события. Скоро все изменится. Что? Германия скоро начнет войну против СССР. Когда? Точно неизвестно. Скорее всего, после того, как будет подписан пакт с Японией. Ну а как же пакт о ненападении с Советами? Что такое пакт, Рихард? Это просто бумажка. Вот нам поручено подготовить договор о военном сотрудничестве с Японией. Это личное поручение Риббентропа. Мне и доктору Зорге. Документы по нашей армии. Ну и как срочно? Как всегда. Это нужно было сделать еще вчера. Скоро из Берлина к нам прибудет спецпосланник Риббентропа Херфер, который нам и поможет написать этот договор. Интересно. Перед захватом Польши Гитлер еще пытался соблюдать внешние приличия. Миру было объявлено, Третий Рейх вел армию для отражения агрессии. Незадолго до вторжения эсэсовцы инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в польском городе Глявице. Однако того, чего боялось немецкое руководство, так и не случилось. Ни Великобритания, ни Франция, объявив Германии войну, так и не пришли полякам на помощь. Теперь руки у Гитлера были развязаны. Прошло меньше года, и под властью Третьего Рейха находилась уже половина Европы. Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция. Фюрер больше не нуждался в благовидных поводах для своих завоеваний. Но в конце концов не он, не Гитлер первым произнес слово «война». Ближайшая задача Гитлера – авианалетами на английские города устрашить Великобританию и вывести ее из войны. Тогда путь на восток, плодородным землям Украины и нефтяным запасам Закавказья будет открыт. Уже ведется работа над планом операции «Барбаросса», однако сроки вторжения в Советский Союз пока под вопросом. Многое зависит от того, как поведет себя Япония. Рамзай сообщает, Гитлер решительно настроен начать войну и разгромить СССР, чтобы использовать европейскую часть Союза в качестве сырьевой и зерновой базы. Иными словами, он хочет дождаться окончания сева, чтобы потом просто собрать урожай. Решение о начале войны будет принято Гитлером в мае. Ну и что из этого? Но есть еще сведения из Берлина. Немецкие солдаты возвращаются из Франции, но домой их отпускают временно, под подписку, чтобы они вернулись в свои полки по первому требованию. Лаврентий Павлович, тебе не кажется, что сегодня товарищ Ворошилов нас решил поразвлечь
кухонными сплетнями из немецкого посольства. Никак нет, товарищ Сталин. Все эти факты при сопоставлении, по мнению Рамзая, говорят о том, что Германия готова начать войну с Советским Союзом. По его мнению. Да кто он такой, твой Рамзай? Что это за факты, Климент? Я понимаю, этот сынок немецкого нефтепромышленника привык собирать разные сплетни в теплых постелях разных женщин. Кто куда уехал, кто куда приехал. Разве это серьезно? Разве это работа советского разведчика? Но эти сведения подтверждают и другие источники. Сведения. Лаврентий Павлович, разве Гитлер не ведет войну? Что необычно ценного в донесениях и сведениях твоего Рамзая? Переброска техники. Гитлер хитрит. Он хочет запутать англичан. Товарищ Сталин, есть еще сведения? Послушай, Клементи, я хочу получать от своей разведки документы и факты. Они есть у твоего Рамзая? Получилось так, что сейчас у него нет связного, и он не может переправить нам эти документы, которые он сфотографировал. Что-то подозрительно, а? Лаврентий. Так точно, товарищ Сталин. Нужно подумать, кому выгодна эта массовая дезинформация относительно нападения Германии на СССР. А что тут думать? Англичанам и выгодно. Может, этот Рамзай на них и работает. Ты передай ему. Пусть найдет способ переслать документы. Мы будем думать. А анализировать здесь есть кому. Так и передай ему. Рихард, дружище. Слушай, тут такое дело. У меня есть поручение от СД. Пустая формальность, но сам понимаешь. В общем, я должен составить подробную биографию на каждого сотрудника посольства. Замечательно. И в чем дело? Ты понимаешь, тут есть такая неувязочка с твоей биографией. Целая жизнь выпала. Вот, взгляни. Вот смотри. После ранения до 24 года всего абзац. Угу. А с 24 по 30 и вообще всего две строчки. Странно. Знаешь почему? Нет. Потому что вот в это время ничего не происходило. Я просто учился, потом жил в одном месте и просто работал, понимаешь? Да, но раньше у тебя... А раньше я был молодой и глупый. Смотри сам, я приехал в Японию в 36-м году, а сейчас 39-м. И? 3 года. Всего одна строчка. Потому что ничего не происходит. Я так рад этому, Пауэр. Я свое отвоевал. Я серая мышь. Я простой, неинтересный человек. Так и можно написать в СД. Зорге тусклая, никчемная личность. Извини, со скучной биографией. Ну, не скромничай. Не такая уж ты тусклая и никчемная личность. Вот взгляни, возможно, тебя заинтересуют эти фотографии. Знаешь, как мужчина, я, конечно, тебе завидую. Ты всегда нравился женщинам. Как это у тебя получается? Может, научишь меня?
Что ты хочешь? Вот не тот человек, который должен возглавлять посольство. Мы с тобой должны помочь Германии избавиться от плохих руководителей. Это раз. И второе. Я хочу, чтобы мой шеф приносил доклады фюреру раньше Риббентропа. Чтобы информация там была точнее, а аналитика глубже. И я очень надеюсь, Рихард, что ты не откажешь мне в этом. Спасибо, Рихард. Я был уверен. Мы же друзья, Рихард. А фотографии сожги или оставь себе на память. У меня есть негативы.